you move so damn slow. Pick it up, you gotta let it go. So are you in or out now? What's your game? You gotta let me know. Cause time is running out in here, and life starts wearing me out. Александр Львович, ну вот после окончания матча состоялось собрание некоммерческого партнерства. Что на самом деле ожидалось услышать и чего добились фактически? Вы знаете, я хотел сегодня поздравить всех. И сегодня при 500 наших первых партнеров, первых членов нашего партнерства, болельщиков футбольного клуба «СКЧ» в Севастополе, я в присутствии их подписал передачу полного пакета акций на них. То есть на сегодня уже... де-факто, Юра сейчас все это будет оформляться, на сегодня де-факто севастопольские болельщики впервые в истории Севастополя, впервые в истории стран СНГ начала работать такая система, как народный болельщик. То есть сегодня болельщики хозяева клуба. То есть можно ли сказать, что до 30 августа этот клуб был больше частным обществом, а сейчас это стало какое-то акционерное общество, о котором... Вы знаете, вот после того, когда было собрание, люди выделили народного президента, тогда этот вопрос уже был решен. Остальное это было просто время. Хотелось очень поблагодарить севастопольскую юстицию, особенно Шабалину, Анну Алексеевну, которая в дни выходные все работала и помогла нам довольно быстро, как можно быстрее зарегистрировать данное партнерство. И вчера оно было вечером уже зарегистрировано, в Симферополе подписали, и сегодня, как и обещал, и как я давал губернатору гарантийное письмо в 5-дневный срок. То есть вчера вечером сделали, сегодня я уже передал весь пакет акций, передал нашим болельщикам. На сегодня можно с полной ответственностью говорить, что сегодня севастопольский футбол – это не какая-то частная структура, это общественная организация, в которой все члены-совладельцы, это первых 500 людей, человек. И есть еще желающие, которые хотят идти. Ну, что мы все-таки в первую очередь ждем, именно какие первые шаги некоммерческого партнерства на благо развития футбольного клуба? Ну, вы знаете, во-первых, партнерство подразумевает то, что каждый болельщик, и я, это идея основная, должен ощутить себя членом команды Севастополя. Тот патриотизм, который есть у нас на стадионе, в сердцах наших, все это должно воплотиться в ту идею, которую мы развиваем. То есть я надеюсь и верю, вы понимаете, даже сегодня, или вчера еще, придя куда-то, и мне было немножко даже неудобно ответить на вопрос, а кто хозяин данного предприятия? Вы вот, например, ну вам оно только и надо. Нет, сегодня хозяин я, сегодня хозяева жители города. И нам это надо, жителям города надо, а не мне, Красильнику. Насколько широкие полномочия у этого некоммерческого партнерства по отношению участия в жизни клуба? Вы знаете, на сегодня записываются члены, потом, когда мы юридически полностью все доведем, но я не думаю, это будет быстро, я думаю, в течение месяца, может двух, мы соведем первое общее совещание, на которое вынесем все основные вопросы, которые, чтобы люди, те, кто есть, ознакомиться с уставом. Согласно уставу, есть исключительные полномочия данного партнерства. В основном они должны, партнеры, это предприятие, мы выбираем правление, которое будет как выбирать наблюдательный совет, который будет смотреть за работой клуба и делать те пожелания, как начиная от цвета формы, от исполнения гимна, от направления там игры, да, говорится, какое хотели бы видеть. Пожелания мы должны учитывать, а предприятие, это отдельное акционерное общество, оно так и остается, который будет работать. На сегодня, я сегодня и партнер, всем нашим людям, уже не болельщикам, а партнерам нашим, членам нашего общества, рассказал о тех последних действиях, которые произошли вчера. Вчера мы направили письмо одно в ПФЛ, в котором попросили отсрочить до 30 сентября уставной взнос до 500 тысяч рублей, в связи с тем, что так и обещанные, которые нам помогали, обещали, вы знаете, в Севастополе нет большого бизнеса, и протянуть бюджет, тот, который есть у клуба, на частных на сегодня не получится. И без материка, как говорится, нам не обойтись без России. Вот. И направили три письма в адрес одно нашего исполняющего обязанности губернатора, одно письмо на Мутко, министра спорта, и одно на Толстых, в котором мы пишем, что если спонсор в ближайшее время не будет найден, то клуб, по всей видимости, будет вынужден сняться с соревнований, и 7 числа мы, наверное, уже не сможем поехать на выезд. Спонсор не будет найден или спонсор не даст денег? Вы понимаете, нам говорили, еще раз обещали, что спонсор будет. Даже был кто-то назначен, даже у меня была встреча, но потом он куда-то пропал. Пока я не хотел бы называть ни спонсора, ни фирму, кто это есть, пусть это будет на их совести, но ситуация действительно сложная. На сегодня
очень трудно, тем более в сегодняшней ситуации, вы знаете, экономическая, которая сложилась и у нас в городе, и в бизнесе. Мне, например, сегодня одному тянуть это очень тяжело и практически нереально. Спасибо болельщикам, которые ходят на стадион и поддерживают, и билеты довольно высокие по ценам, которые многих возмущали. Это те деньги, которые, благодаря которым мы еще существуем, и благодаря которым мы пока еще можем участвовать в соревнованиях.